Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Артур Юрьевич? Да, Порокин. Порокин Артур Юрьевич. Угу. Да. Меня зовут Виктория, я специалист по препарату Питангель. Вы оставляли заявку Питангель у нас, да? Оставлял. Удобно сейчас разговаривать? Удобно. Угу. Скажите, пожалуйста, вы хотите увеличить половой орган или также улучшить потенцию? Увеличить половой орган хочу. Ага, на сколько сантиметров? Ну, знаете, я заказал в Алиэкспресс голого карлика. Угу. Я хочу ему засандалить жопу, чтобы у него из рта торчала моя залупа. Ага. Угу. Сколько? Я вас поняла. Сантиметров? У него рост 70 сантиметров где-то. Всего доброго, будьте здоровы. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Вас приветствует компания Стендап Гель. Благодарим за ваш заказ. В ближайшее Спасибо. Время с вами свяжется специалист отдела продаж. Оставьте телефон с ученым. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Артур. Порокин. Что? Порокин. Порокин. Вас приветствует компания Стендап Гель. Вы оставляли заявку, да, у нас на сайте? Да. Хорошо. Угу. Я вам позвонил для вашей консультации. Удобно разговаривать? Да, удобно. Хорошо. Тогда давайте поступим так. Я задам вам несколько вопросов. Мы подберем с вами идеальный для вас вариант. Если понравится, оформим заявку. Хорошо? Хорошо. Давайте. Хорошо. Артур, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 34. Хорошо. Скажите, вы вот увидели нашу рекламу, да, нашего препарата, заинтересовались продукцией. Скажите, пожалуйста, какие проблемы или трудности хотели бы устранить с помощью данного препарата? Хочу увеличить половой орган, хочу увеличить его по размеру, в длину и в толщину. Все, хорошо, я вас поняла. Еще данного препарата... Акцент, конечно, больше делается на увеличение мужского достоинства, но также и по ходу он может устранять такие проблемы, как проблемы с эрекцией, с потенцией, чувствительность, простатит. Скажите, из этого что-то беспокоит вас? Не особо пока что. Нет, нет. Пока то есть нет. Только увеличение мужского достоинства? Ну да, увеличение только. Ну еще и, может быть, там для чувствительности тоже можно. Чтобы побольше было, да, чувствительность? Ну да, да, совсем, да. Все, хорошо, это я вас понял. Кровь, я не чувствую даже. А что не поняла, не чувствуете? Ну, не чувствую боли, совсем не чувствую. Но во время полового акта ощущения вообще есть оргазм? Вы испытываете насыщенный или чувствительность все-таки нарушена? Ну, с оргазмом вроде все нормально, но я не чувствую именно боли. Боли не чувствую. Я вас поняла. Тогда давайте перейдем к самому препарату. Стендап гель – это натурпродукт растительного происхождения, для вашего организма абсолютно безопасен. И когда вы начинаете им пользоваться с первого дня применения, нормализует все естественные процессы в вашем организме, которые отвечают за выработку гормона, тестостерона, в том числе и чувствительность. А вместе с этим стендап гель способствует увеличению органа за счет того, что отлично влияет на работу кровотока. То есть таким образом будет происходить рост мышечной ткани, то есть активное увеличение в длину в объеме за счет того, что усиливается кровоток, то есть он будет становиться тверже, толще. И увеличится не только мужское достоинство, но и сами понимаете, что и проблем с, усилится потенция, грубо говоря. Вот. И исходя из ваших ответов, я бы хотела предложить вам курс эффективный, рассчитан на 4 недели применения. Знаете, утром, вечером нужно использовать. За 4 недели вы достигнете желаемого эффекта. Во-первых, здесь идет увеличение мужского достоинства в длину до 5 сантиметров, в диаметре на 23 сантиметра. Сами понимаете, что у вас и качество полового акта будет на высоте, чувствительность для будет... Меня, это для меня очень мало. Это очень мало. Ну, смотрите, здесь идет, в принципе, 5 сантиметров, вы хотели бы чуть больше, да, получается? Я бы хотел еще больше.
Ну, давайте мы с вами вот такой вариант рассмотрим, да, просто я вам предлагаю пройти сначала такой курс, а в следующий раз вы, когда полностью его пройдете, вы можете просто в дальнейшем продолжить процесс. У вас будет второй заказ со скидкой 25%. Итак, пока у меня не будет 70 сантиметров. Ну, это у вас 70 сантиметров, я думаю, что это какие-то сказочные результаты, правильно? Я сами же понимаете, о чем говорить. Мне очень надо. Я заказывал карлик на Алиэкспресс, карлика. Я очень люблю смотреть порно с карликами. Я люблю карликов. Ой, карлик. А получается, что вот такой курс именно из трех упаковок, да, состоит здесь, устранить все полностью трудности, три упаковки будут входить в комплектацию. Первая упаковка у вас будет идти по полной стоимости, это 3225 рублей. Вторая, третья упаковка за 990 рублей по акции. Хорошо. Я заказал карлика из Алиэкспресс, карлика голова, заказал раба карлика. Мы с вами сейчас обсуждаем данный препарат, правильно? То есть вы как бы устраиваете? Да. То есть карлика, я хочу ему засадить в очко, чтобы у него из рта торчал мой огромный половой орган. Ну да, но препарат вам в этом поможет. Оформляем заказ или что скажете? Ну, давайте оформим, если он мне поможет. А если он мне не поможет, я просто убью карлика. Его уничтожу, расчленю. Хорошо? Да, это на ваше усмотрение. Да. Куда нужно будет доставлять заказ? Московская область. Далее. А вы точно готовы взять на себя это мое преступление? Если меня будут судить, я скажу, что это вы виноваты, потому что у меня член не вырос. Да, конечно, с удовольствием. Да. Московская область, далее. Город Подольск. Угу. Улица. Вы готовы взять на себя ответственность за смерть карлика, моего раба, верного раба? Я его буду убивать, расчленю карлика, он обосрался. Адрес ваш уточните, город Подольск, дальше. Улица Новая. Номер дома? Карлика. Давайте я вам... Алло. Здравствуйте. Слышно меня? Хорошо, да. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я специалист по продукту Эростон. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, как вам обращаться? Меня зовут Порокин. Артур Порокин. Артур, да? Да. Очень приятно. Вы оставили заявку на Эростон по акции, верно? Да, хочу акцию бесплатно. Да, хорошо, что вы успели, а то акция заканчивается. Сразу скажу, все конфиденциально. Вы по рекомендации врача направлены или сами нашли в интернете? Реклама мне попалась. А сколько вам полных лет? Мне 34. Образ жизни ведете активный или сидячая работа? То сидячая, то лежачая, то стоячая. По-разному. Я не знаю. Курите? Не очень. Иногда только. У вас аденома или острый простатит? У меня болит. Я боюсь к врачу ходить. Я вас понял. Ну, всего доброго тогда. До свидания. Почему вы со мной прощаетесь? Потому что вы хулиган.
Почему вы так считаете? Не хотите мне? Ну, потому что вы балуетесь. Я иногда с вашей мамой балуюсь. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Артур Юрьевич, меня зовут Ирина, я ведущий специалист по продукту ВНРМ. Вы оставляли заявку у нас на сайте? Да. Теперь на по акции. Удобно вам сейчас разговаривать? Уделите 5 минут. Удобно. Удобно. Вы для себя заказываете, для кого-то из близких? Что? ВНРМ. Что? Что? ВНРМ. А, да. Для карлика. Для какого карлика, Артур Юрьевич? Мне пришел карлик из Алиэкспресс. Я заказал карлика, а у него варикоз. Артур Юрьевич, я так понимаю, вам не интересен, да, препарат ВНРМ? Интересен, интересен. Я хочу вылечить карлика моего. Артур Юрьевич, смотрите, запись идет разговор идет под запись, там мы серьезная фирма. Хорошо. Просто если вам не интересен препарат ВНРМ. Интересен, интересен, хочу вылечить карлика, не бросайте меня. Артур Юрьевич, извините, я вынуждена отключиться, да, вы, так как я понимаю, не что. Серьезно, вы не серьезно. Что поступаете. Вы не серьезно, да, отвечаете? Что, почему я хочу вылечить карлика? Почему нельзя вылечить карлика? Которого вы купили на Алиэкспресс, да? Какая разница, как его? Я его законно приобрел. Ну, я понимаю, что законно, Артур Юрьевич. Вы понимаете, что много людей, у которых проблема с варикозом, которые действительно нуждаются в помощи. У моего карлика проблема с варикозом, он нуждается в помощи. Артур, всего хорошего, до свидания. Почему вы же давали? Здравствуйте. Здравствуйте. Артур, меня зовут Валерия. Очень приятно. Я ведущий специалист по таксиме. Для себя приобретаете или для кого-то из близких? Для... не важно. Скажите, пожалуйста, сколько человеку лет для второго приобретаете? Ему лет 20-25, где-то так. Угу. А скажите, пожалуйста, из какого региона вы обращаетесь? Московская область. Одну минуту, проверяю наличие льготной программы для вашего региона. Там написано бесплатно. Да, все в порядке. Сможете воспользоваться льготной программой и бесплатные упаковки бесплатно. Благодаря акции вы тоже получите, что позволит вам существенно сэкономить ваш бюджет. Но там же было бесплатно. Артур, я непосредственно сейчас вам проговариваю, как работает непосредственно акция, а не то, как вам было непосредственно удобно решить для себя. Хорошо? Там написано бесплатно. Что по акции бесплатно. Что касается непосредственно акции, в первую очередь вы к нам обратились за тем, чтобы получить результат, верно? Бесплатно. А для этого потребуется только курсовое применение. И в первую очередь акция нацелена на то, чтобы вы смогли полноценно воспользоваться всем курсом, эффективно решить вашу проблему и, как приятный бонус, существенно сэкономить ваш бюджет. Скажите, хорошо, пожалуйста, какая проблема у человека, для которого приобретаете данный курс? Это карлик. Он карлик. И у него изо рта неприятно пахнет. Угу.
А скажите, пожалуйста, а присутствуют какие-то заболевания ротовой полости, носоглотки или ротоглотки? Я не знаю, я просто хочу помочь моему карлику избавиться от запаха и паразитов, потому что я с ним целуюсь, и угу. Он очень неприятно пахнет. Ага, я поняла. Сейчас хочу скажите, пожалуйста, целовать карлика своего. Да, скажите, пожалуйста, а проблемы с иммунитетом бывают? Простудными заболеваниями часто болеете? Не вы, а точнее человек, для которого приобретаете? Я не знаю, но у него есть сертификат. Он привит от коронавируса. А скажите, пожалуйста, он курит? Только когда выпьет. Угу. А полная очистка организма давно делал? Очистку? Ну, я да. Ему организм очищаю перед сексом с помощью клизмы. А скажите, пожалуйста, Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Артур, да? Да, Порокин. Артур. Что? Артур Порокин. Угу. Я ведущий специалист, оставляли заявку. Все верно? Да. А скажите, из какого региона вы обратились? Московская область. Московская область. Одну минуту, я проверю наличие льготной программы. Ну, тут написано «получить бесплатно». Тут не написано, что не во всех регионах. Тут написано... Сейчас я посмотрю, одну минуту буквально. Благодарю вас за ожидание. Да, вижу, есть акционные упаковки. На акцию вы устроили, да, действительно для вас есть возможность получить бесплатные упаковки. Однако позвольте задать пару вопросов, чтобы подробно и качественно проконсультировать вас. Это не займет много времени. Скажите, что именно вас вот беспокоит? У вас папилломы, бородавки? Я заказал карлика по Алиэкспресс, раба. И когда я с ним занимаюсь анальным сексом, у него бородавка на жопе очень некрасивая. Угу. А сколько вам полных лет? Мне? Почему? Я не для себя. Сколько? Я не для себя заказываю, а для... А для кого вы берете? Для карлика. Он молодой. Угу. А сколько полных лет ему? Ну, 24. 24, да? Угу. А говорите, бородавка одна или сколько у него? Ну, одна большая бородавка, и там три волоска еще торчит. Если бы я знал, что у него бородавка, я бы его не заказывал. Угу. А давно вообще появилось? Ну вот мне заказали, я заказал, он мне таким уже пришел с бородавкой, большой такой. А давно бородавка появилась? Я не знаю, как она появилась, я его заказал только... Я поняла. Угу. Имеется только одна, да? Угу. Спасибо вам за ваши ответы. Вот. Исходя из того, что да, присутствует все-таки бородавка, очень замечательно, что вы обратили внимание, потому что все-таки не надо оставлять эту проблему без внимания. И при грамотной своевременной терапии вы добьетесь очень хороших результатов и полностью избавитесь от бородавки. Препарат полностью безопасен, все компоненты, они абсолютно природные, это биомедицинский клеточный продукт. Приготовлен он по технологии холодного отжима. Мы слышали о такой технологии? Нет, я не изучал. Не слышали. Да, эта технология, она позволяет сохранить из каждого компонента 89% полезных веществ, которые остаются именно вот в препарате. Благодаря чему восстановление идет на клеточном уровне. И если сравнивать с другими препаратами, то 15-20% это в 4 раза выше. Поэтому всего за один курс применения
полностью, да, избавитесь от бородавки и закрепит этот результат уже потом на длительное время, не будет появляться уже других бородавок в других местах. Препарат, он не имеет противопоказаний, нет побочных действий, он даже гипоаллергенен. Поэтому позволит добиться результата безопасно, без побочных эффектов для организма. На состав обратили внимание? На состав входят такие компоненты, как, например, да, мускус бра, который стимулирует иммунитет кожных покровов, поэтому идет восстановление клеток дермы, и полностью бородавка уходит. Главное применять строго по инструкции. Все сертификаты, заключения Минздрава на продукцию мы обязательно вкладываем по ссылку, чтобы вы были уверены, да, что получите должный результат, и уже не будет у вас бородавки на теле вашего, да, тому, кому вы заказываете. Карлика моего от бородавки некрасивый. По препарату все, Артур, понятно, объяснила. Мальчик, мой карлик, вылечьте его, моего карлика от бородавки. Артур, по препарату вам все понятно. Он не избавляет от бородавок, моего карлика. Или у вас остались какие-то вопросы? На карликов он хорошо испытывался, скажите. Проходил препарат клинические испытания на карликах. Проходил. На всех карликах проходил клинические испытания из 1000 участвующих. 98% всего за один курс применения полностью избавились от папилломы бородавок. Я бы столько карликов взяли. Я тоже хочу столько карликов. 1000 карликов. Артур, вас интересует препарат или что именно вас? Меня интересует препарат, который вылечит моего карлика от страшной бородавки. Я хочу карлика. Понятно. До свидания.